Всем привет! Сегодня я вам буду показать очень интересное растение под названием Билбеджия, и оно имеет цветы сейчас, январь. Решил я снять специальное видео, около 7 штук. Это очень интересное растение. На листья похоже на ананас. И, кстати, ананас я буду вам показать обновление. У меня их 4. Две из них, эти маленькие, я укоренил и посадил здесь, в эти горшки. В видео показал, как я укоренил эти ананасы, но не было времени снять и показать второе видео. В общем, вот так они. Корневая система есть, ждем рост. И эти две тоже выросли красиво тоже. Но сегодня в центре внимания это Билбеджия. Русское название, думаю, нету. Если что, напишите в комментарии. Она очень красивая и имеет розовый цвет. Я буду вам показать поближе эти цветы и такие дела. Кстати, это растение выращивал на улице в летнем сезоне, в открытом солнце. Она любит. На улице сейчас пасмурно и интересно. По-любому она дает цветы и очень красиво. И думаю, я очень редко, когда ее поливаю, поэтому и цветет, не знаю. За нее нужно ухаживать как кактус, наверное. В общем, давай я покажу вам цветы поближе. Тут очень красиво, без комментариев. В общем, смотрите. Еще мне нравится вот такой синий цвет какой-то здесь. Этот зеленый тоже нравится. Это первый из 7 штук. Второй здесь. Тоже красивый, смотрите на него. Это третий уже, очень красивый. Четвертый. Я поставил его здесь, над этим фиалкой. И в общем, вот так. Смотрите на листья поближе. Очень много листья здесь. У меня нет места, чтобы отделить это все. И так красиво. Это уже 5-й цветок. Я буду отключать этот искусственный цвет, чтобы видно натуральный цвет, вот. Вот интересно, 5-й, 6-й там. Давай я вам покажу так. Вот так, такие красивые эти штуки. Интересно. И вот здесь последний цветок, очень интересно. Очень интересное и красивое растение. На этом все. И буду вам показать дальше обзор на мои растения в феврале, скоро. Давно я не снимал. И спасибо, что посмотрели до конца. Желаю вам хорошего дня. Не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.